Короче говоря, спорт. Это было утро. Меня разбудила сестра. Вадик, ты почему такой вялый? Сказала сестра. Я ответил, ладно, ты что, совсем... Она начала приседать. Я спал на ходу. Она повела мне делать зарядку. Я же дрыщ. Мы начали отжиматься. Приседать. Я не мог приседать. У меня не получается. Я упал. 7-летний, чем я. Я разозлился. И сделал 100 приседаний. И 50 отжиманий. Я офигел. Сестра офигела. Я офигел. Мы офигели. Следующий день. Я не мог ходить, я падал. Вадик, давай спать, сказала сестра. Я сказал, давай.